Здравствуйте, я Ариф Экбал, и с вами новости на WNS. На стройке началась какая-то жесткая разборка. Нападавший тяжело вооружен. Он нам очень поможет в исследовании киберпсихоза, если у тебя получится взять его живым. Все подробности высылаю. Thank you.
поживаешь? Спишь нормально? Я вот нет. Какой там сон, когда деньги делать надо? Смотри, на меня работает одна девушка, Джулия. Я должен был получить от нее кое-какие важные данные, но она куда-то пропала. Проверь, что с ней, а? И про данные не забудь. Детали прилагают. Интересно. Сейф за картиной. Жутко оригинально. Хотя, живопись в доме наемницы — это все равно, что найти у тебя оперный брейн-данс. Меня больше интересует, почему эта картина упала. Да, что-то тут очень мутное произошло. Что-то мне это совсем не нравится. Гляди-ка ты в оба. Хочешь, поделись жизненной мудростью. В сейфе обычно хранятся ценные вещи. Тут есть ридер. Надо поискать щепку доступа. Надо бы осмотреться. Да тут целая аптека. Я думал, такого... Это все успокоительные. Их берут, когда нет денег на что-то получше. Многовато для одного человека. Ну и бардак. Да и вонище. Сразу видно, что наемница жила. Почти все закончилось. Вот этому в аптечке явно не место. Хера себе. Тут кто-то ударился мизинчиком. Что там? Следы борьбы? Мягко сказано. Thank you.
Иногда и мне везет. Хотел сказать насчет Джулиет. Блять. Она не говорила, что у нее есть сестра. У меня просто нет слов. Спасибо за так. Нэви. Заказ выполнен. Я, в общем, еще позвоню. Чем вообще что-то делать?
чего тебе надо? Что это за звук? Как будто сверху.
прошлое. Ученые из BioDyne Systems сообщили о революционном открытии в борьбе. Ты меня видишь? Сейчас-то я личико тебе раскрашу! Подстрелил парню!
Это полиция! Передали, что Логан Гарсия уже прибыл к небесным вратам. Клиент доволен. Я тоже. Заказ закрываю. Деньги должны будут скоро тебе прийти. Отвали!
Которому нужна помощь в корпоративных играх. Он хочет получить на своего конкурента, некоего Матеуса Столба. Что скажешь? Готов разрушать жизни? Детали в письме. Вылезай, ну! Давай разберемся, как взрослые люди.
Руки давай! Руки так, чтоб я видел! Красиво вид. Стоуву конец, даже если он пока об этом не знает. Большое спасибо. Заказ закрыт. Эти уже летят.
Только что поступил заказ. Надо пробраться на завод Сайтеха и выкрасть чертежи, которые принадлежат некой Риане Кумар. Самое забавное, что заказчик — она сама. Думаю, на этот раз тебе придется немного поломать голову. Так что не забудь поглядеть детали. Выходи с поднятыми руками! Внимание!
Знаешь, вот после таких заказов я говорю себе, как хорошо, что у меня есть Ви. Продолжай. В том же духе, закрываю заказ. Кого я вижу? Счастливого владельца новых... Я подумываю поменять хром. Есть что-то новенькое? Есть кое-что.
Когда следующая поставка? Привет. Я подыскиваю себе новое оружие. Есть что-нибудь хорошее? А то. Что у тебя есть? Время какое-то напряженное сейчас. Время какое-то напряженное сейчас.
Эти деньги мы хотели отсюда... На меня напали! Где полиция? All that matters. With Angelique Cosmetics, you can be anyone and have anyone. Что у тебя есть? Новый покупатель. Thank you.
глаза. Да. Angelique Cosmetics, you can be anyone and everyone. Что у тебя? Еле вчера вернулась. Да. Thank you.
Алло. Мне нужны импланты. Возьми хоть что-нибудь, все равно везде одна химия. Не отвлекай, а? Пить хочется, аж думать не могу. Окей, Цирус. Или Никола. Brigitte passe le message. Серьезно? Приговорили его? Работу не берут.
Нужна твоя помощь. Пропала связь с Бенедиктом МакАдамсом и водителем, который должен был вывести его из... Я выслала координаты. Езжай туда и разберись. Все подробности в письме.
Я смотрю, у Милитеха открылись вакансии. Что, сейчас типа погулять меня выведешь? Зачем Милитеху выкупать тебя у Джейсона? Пропустил все новости? Был в городском совете такой Маклин. На зарплате Милитеха. Подписывал все, что скажет. Я его грохнул. Теперь им нужен козел отпущения, чтобы копы взяли убийцу и успокоились. Дело поскорее закрыть хотят. Как полагается достойным гражданам. Ага. А раз уж я попался, Милитех постарается заодно спустить на меня всех собак. И надо полагать, собак будет столько, что я внезапно покончу с собой от отчаяния. Ну что, соболезную. Я здесь по поручению Дакоты. Твою ж мать! А чего раньше ты молчал? Я уже задолбался тут изображать, что якобы смеюсь в лицо смерти. Ну, держишься неплохо. А то! Джейсон, придурок, думает, я реально такой герой. Даже кобуру на поясницу перевесил. Типа косят под меня. Ладно, поехали отсюда. Скидку 10%. На сегодня все. Хорошего дня. Спасибо, что смотрите WNS. О чем я мечтал, сидя в подвале? Ухле и куреве. О дынях. Таких сладких, медовых дынях. Люди Дакоты их на генетической смеси растят. Тысячу раз вкуснее любой синтетики. Ну-ну. Вот сидел там и думал, чего б только не отдал за такую сладкую-сладкую дынь. Ну, вот Джейсона, конечно, не допросишься.
МакАдамс, привет! Старки, давно не виделись. Выглядишь херово. Да вот, потрепала малость. Придется тебе побыть моим шофером. Ви, Дакота уже переводит тебе награду. Спасибо. Удачи тебе. Thank you.
всем вспомогательным группам полиции. Поступило сообщение о преступной активности на Sage Gulch Road. Выдан ордер на арест Руфуса Макбрайда. Подозреваемый ведет врачебную практику без лицензии. В прошлом изувечил троих и имитировал самоубийство одного пациента. Преступник скрывается среди членов банды Духи. Властями города назначено вознаграждение за устранение угрозы со стороны Макбрайда и его подельников. Конечно! Давай!
новый заказ. Милитех задержал на границе контрабандиста по имени Брюс Уэлби. Друг хочет его вытащить. И мы должны сделать за него всю грязную работу. В общем, тебе надо освободить Брюса. Подробности отправляй. Новый заказ, Ви. Милитех задержал на границе контрабандиста по имени Брюс Уэлби. Друг хочет его вытащить. И мы должны сделать за него всю грязную работу. В общем, тебе надо освободить Брюса. Подробности отправила. А? Я вроде что-то видел. Иду проверять! Не в твоих интересах. Вылезай давай. Сдавайся. У тебя нет шансов сбежать. Бросай оружие и выходи! Лесная! Новый заказ, Вик. Милитех задержал на границе контрабандиста по имени Брюс Уэлби. Друг хочет его вытащить.
и мы должны сделать за него всю грязную работу. В общем, тебе надо освободить груз. Подробности отправим. Не давай! Руки так, чтоб я видел! Выходить с поднятыми руками! Все равно найдем!